Ученики узнали историю становления российской полиции и интересные факты проявления мужества сотрудниками разных времен. Экскурсия носила как культурно-просветительский, так и профилактический характер. Были затронуты некоторые аспекты правоохранительной деятельности. Ребята задавали много вопросов, прошли по всем залам, рассматривали экспонаты и фотографии разных лет. В музее сочинской полиции материал подобран в соответствии с возрастными и психологическими особенностями учеников средних и старших классов. Через занимательный рассказ об истории родного города и истории полиции детям прививается уважение к закону.